Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и, возможно, по этим взрывам, выстрелам и сиренам полиции вы решили, что вы попали на канал НТВ и их очередную передачу про маньяков, но нет. Сегодня мы начинаем играть в GTA 5. На моем компе так и пошла эта супер навороченная, супер современная игра, хотя многие из вас не верили в это, говорили, что мой комп это всего лишь груда вонючего мусора, но нет, я всегда верил в свой потрясающий суперкомп и радует то, что игра нас встречает сиськами. Так бы в каждой игре. Врубаешь FIFA — сиськи. Врубаешь PES — сиськи. Врубаешь футбольный менеджер — сиськи. Но вот, к сожалению, сиськи пропали. Нам показывают гопника Нигера с битой. Итак, район Северный Планктон. Не знаю, далеко ли это от бикини-ботом, но надеюсь, что моим напарником будет не безмозглый Патрик. Итак, мы шугаем какого-то Кощея Бессмертного, лысого, но он не спешит открывать дверь и получает за это поебал. Ну, в принципе, заслуженно. То есть мой напарник, который в маске какого-то ебучего лыжника, прям беснуется и всех унижает. Прям это я понимаю. Властвуй, доминируй, унижай. Итак, дорогие друзья, GTA 5 на моем компьютере. Конечно, не самый высокий FPS выдает, но в принципе играть можно. То есть вот с бандикамом, точнее, я сейчас записываю, это 30-40 FPS выдает. Итак, мы здесь, и сразу же мы на новогодней вечеринке, дорогие друзья. Ну что ж, сучка, поздравляю тебя с Новым годом! Или там что там, с Ханукой, не знаю, что вы там празднуете, грёбаные, не знаю, кто-то, это женщина, не знаю, какой-то национальности. Тебя, видимо, надо убить, да? Или что такое? Хотя я хочу сейчас на ее задницу посмотреть, тем более я думаю, что именно для этого тут и ввели такое потрясающее нововведение под названием «Вид от первого лица». Итак, В, ну-ка. Ну, конечно, квадратная задница, а долбить бабу в кирпичи я не хочу, если честно, поэтому умри. Умри, животное, и... Что? Что, я еще и тупица пос... Ну, я-то думал, что она погибла, словно Иисус. Я-то думал, что в этой миссии надо убивать женщин. Тогда бы это была просто супер игра. Ладно, опять... нет, Северный Янгтон, 9 лет назад. Понятно, понятно. Ладно, сейчас я буду делать все по сюжету. Конечно же, не буду баловаться. Так, отключаю этот вид от первого лица, мне вообще не нравится. Если честно, у меня такое ощущение, что я играю не в суперсовременную, мега-навороченную GTA 5, а в игру 7-летней давности Кейн и Линч. Если вы в нее играли, то вы увидите сходство, но просто на раз-два. Конечно, ты понимаешь, что все достойные люди мира сего, которым матери уже купили PlayStation или Xbox, уже давно эту игру прошли, но вот я только-только ее скачал. Сука, я качал ее, но быстро ее качал, там было 33 гига, и это прошло буквально за полчаса, но установка это было пиздецки долго. Это было около 4 часов, то есть для примера, для сравнения, это раз в 200 длиннее, чем мой секс. Ладно, теперь я понимаю, что секс с этой красавицей мне не грозит, поэтому я просто ее потопчу. Даже этого не могу сделать. Эх, ладно, идем дальше. Так вот, не спеша. Дед встал раком, не знаю, к чему он готовится. Ну, суки, стоять боится. Я сама. О, мне нравится женщина, которая очень самостоятельная, но почему-то от меня ее прячешь, она мне понравилась, она все делает сама. Так, и что, с кем мне теперь развлекаться, с старым дедом, пердедом, который одел пидорские зеленые джинсы, или с теми двумя алкашами, у которых уже от водки руки трясутся? Ну, суки, пошли вон, бичи, в какую-нибудь рюмошную. И ты тоже, вали, краб старый. Давай, ёбаный диплодок, иди быстрее, скотина, чего ты еле-пели. Не нравитесь вы мне. Так, я должен достать телефон. Понятно, понятно, надеюсь, это будет не айфон, это будет дикий зашквар. Так, что это такое? Джилтаун или Джилтора? Что за телефон такой? Ну давай сделаем бадабум.
Это было мощный звонок. И кого-то из моих напарников-то это обрадовало, не знаю. Чему-то радоваться, ведь это небезопасно в конце концов. Вот и денежки, где денежки? Вы все знаете, что я люблю денежки. Тут обоссался. Это что, какие-то мухи летают или что? Или у меня галлюцинации уже начались? О, вот и они. Зелененькие красавицы ко мне, к папочке. Так, куш 179,5 тысяч. Ну, большой куш, я люблю фильм «Большой куш». И у меня такое ощущение, что этот чувак сейчас меня подставит и просто меня убьет. Потому что он так борзо встал. Вот, еще какие-то сумки. Чувак, тут еще сумок полно, может это... Еще какой-то напряжем. Ту телку, например, она мне понравилась. И тут меня какой-то чувак, который явно пидел кончиков и не пользуется Real Transfer, меня пытается завалить. Это меня не радует, в принципе. Так, что я должен сделать? У него взгляд безумца. Так, я на другого перса переключился, и сейчас я, видимо, обязан убить. Это мое первое убийство в этой игре. Сука, получай, на тебе, в жбаняру. Как зачем это сделал? Чувак, ты вообще-то в адеквате? Я тебя спас жизнь, между прочим. Кусок толстого дерьма. Куда ты ползешь? Небось, в пончиковую, скотина, или в пельменную? Так, что у нас здесь? В укрытие. Окей, я готов. Ага, ясненько. Еще один бадабум. Бабах! Это мне нравится. Это настоящий экшон, дорогие друзья. Так, а... Так, сирены. Чё сирены? Чё такое сирены? Мусора! Хуй мусорам, свободу ворам! Ну все, я в тюрьму не полезу, там просто мне будет письку в жопу свать, у меня аллергия на это. И наш герой решил снять маску, видимо, он перестал быть инкогнито, анонимусом. Суки, живучи какие, смотрите, менты. Явно, суки, на пончиках возвращены. Ебать этих парней, не, чуваки, ебите их сами, я как-то парней не хочу пакать. Получай блокать говно. Так, опаньки. Ну чё, кто тут самый храбрый, покажись. Ну, сучка волосатая. Бля, нашего героя мерзкая такая плешь. Как будто ему капнули какой-то, не знаю, лавой на бошку. И тут все так прикольно дохнут. Мешки с говном падают просто. Так, еще надо двоих. Сидя атакует нас. Вот это я понимаю, чувак просто ради... Так, туда откуда вылез-то, я что-то не понял. Есть сторожку, скотина. Ты еще раз... Ты что, терминатор, что ли? Так, еще двоих завалили. Все, это сделано. Блять, откуда тут столько ментов? Тут ментов больше, чем в Туле. Какая-то вонючая деревня. Тут есть один какой-то сарай упоротый с двумя глазами. На, скотина, на. Жри патроны, мне не жалко. У меня их полным-полно. Что за тачка, интересно? Я не знаю, что за тачка. Но она прикольная. То, что нашего героя, видимо, и те самые дни, и он просто весь текёт. Поэтому на этого более... сексуального героя переключусь. Так, где-то. Ну-ка, давай-ка, я готов тебя. Ну, ты его завалил или нет, я не пойму. Так. Главное, отрубить ку. Ну-ка. Ну, ты... Все. Такая двоечка в пузо и в бошку прописана. Хорошо. Еще орда ментов, как же... Это в натуре вся национальная блядская гвардия тут на меня напала. Откуда столько мусоров в этом городишке? Мне страшно представить, что будет в большом городе, когда я начну делать более серьезные задания там. По типу там, отвезти больных. Это что, это машина на автопилоте? Я, честно говоря, не вижу. Водила, это что, блядь, за рыцарь дорог такой, который сам катается? Окей. Окей, погнали.
Все, Вален сделал, давай там. Твой тут копьёк есть, хорошо. Боговнище видал. Я сраному стеклу. И один из моих напарников оказался какой-то вонючий рыжий, блядь, Боров. А другой это Иван Грозный. А за рулем вообще и враги увечны, ничего себе. Так, вот чувак, что начинает неистовать и валить ментов. Какой-то вообще дикий чувак, но это... И Ибру убили, к сожалению. И что я должен сделать? Выбросить нахуй его труп, надеюсь, к сожалению, противно такое. Такое неразумение. Вот! Да это я понимаю по-мужски, блядь. Вот, не то что грёбаный Аджай, этот чувак из Outlast, эти грёбаные соски малолетние. Вот это я понимаю, мужик. Взял и убил, вот так вот, нахуй. Учитесь, Аджай. Надеюсь, Аджай сыграет в GTA 5 и поймёшь, какой настоящий мужик. Мы, куда мы успеем? На что мы, на какой-то концерт опаздываем, что ли? Be cool, будь холодным. Перевели бы русские какие-то любительские переводчики. Будь холодным! Так, друг, так, менты. А вот хуй вам. Разворотик. И... Блядский товарняк, прям в жопень нашей бедной не высаживается. Я, конечно, люблю, когда кто-то кому-то всаживает в жопень, но не вот так вот. И... Что же мы видим? Мы попали в Скайрим. Скайрим для нордов. Я думаю, вообще все рыло разбили, как будто он дрался один против всех фанов ЦСКА. Итак, мы в какой-то мирной деревушке. Все мило, все прекрасно. Но вот какой-то охотник путает одного из моих напарников со свиньей и валит его, как будто он на охоте. Ах ты, скотина, ты за это получишь! И что сейчас будет? Напряжение какое? И он ранит еще и другого героя. Какой кошмар, что же делать? Но мужская дружба превыше всего, и тут менты. Какая драма. Просто бандитский Петербург, дорогие друзья. Ну, суки, за братков. Как говорится, за братву и двор. Стреляю в упор. Ну, сукан. Это тебе за того чувака, я не знаю, как его зовут, но он был мне хорошим другом. Вы пидоры! На, сука. Жри снег, скотина, умри, ган. Ой, подобум случился, не знаю, почему он случился. Видимо, американские тачки не самые надежные, либо они их заказывают. Ебать там ментов! Какой кошмар, это реально вся милиция Америки тут собралась, ну, какая-то... То ли бабка, то ли машинистый пацан, который пьет ягуар, видимо, в больших количествах падает. Мы берем его или ее в плен. Грозим ментам тем, что мы эту бабку отпустим им. Отпускаем. Ментам, само собой, нравится эта женщина опытная. И какой-то дед думает, а, я лучше потрахаюсь с этой старушкой. И наш герой убегает за горизонт. И все, видимо, конец этого пролога, не знаю, что это было. Ну, это было классно, это было адреналин, это было экшонно. Так, и видим похороны. Похороны. Хоронят кучу грязи. Мохнатая баба. Газаев курит, недоволен чем-то, не знаю чем. Возможно, все мечтает о том, как бы вернуться в ЦСКА и стать чемпионом России опять. Но... Валерий Георгиевич, не судьба, не судьба. Ваши надежды, можно сказать, похоронили только что. Но Стэтхэм стоит и покуривает сишку, как бы говоря, что ебал он в рот ЗОЖ. GTA 5. На моем компьютере, дорогие друзья. Это потрясающе, это супер. Это то, чего я ожидал. Эти долгие годы. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? Или Лас Вентурас, или Сан-Андреас, я не знаю, но он прикольный. А нет, это Тула. Да, узнаю Катьку. Смотрите, жрет скотина. Худей, сучка. Вон та негритянка, с которой я однажды встречался. Ну, таким роликом вы можете разве что какой-нибудь наивного... летнего школьника удивить, но не меня,
чувака было бывалого. Какие качки. Ты чувствуешь, ты похожа, блядь, на Sims 3. Да, я играл в Sims 3, да... Погодите-ка, это все не важно, потому что квадратная жопа — это очень важный кадр, его не стоит пропустить. Это потные мужики бегают, блядь. Наркоманы, какие-то старые рэперы, блядь. Что? У нее на жопе и в голове разные часовые пояса, блядь. Я не знаю, это просто кошмар, блядь. Тусоваться... О, отлично, я хочу этого, я хочу тусоваться с гангстерами. Это отлично, это мой выбор. Такие гигантские кактусы, что такое, куда я попал? У этого нигера хрен какого ребенка. Кыся! Рыжая кыса! Получи, сука, Тимберленом по башке. Итак, дорогие друзья, вот мы уже и в открытом городе. Только что нигер назвал нигера нигером. Интересно, как к этому отнесется Йая Туре? Ладно, я пока эту миссию, наверное, не буду, сейчас просто по городу пошараю, посмотрю, что-то вообще... Где люди вообще? Люди! Ну-ка, меня собьют или не собьют? Это такие мини-будни нигера. Где люди-то? Что это за город будущего? И... Меня убили? А, нет, я бросил Ламара. Он что, был моим парнем, блядь? Я что, мы с ним что, расстались, блядь, или что такое? Так, я сейчас скачал себе драйвер для улучшения FPS. Как видите, игра стала чутка плавнее. Ну, в общем, не знаю, заметно ли это на YouTube, но явно стало больше FPS. Плюс целых 7. Теперь кошка черная. Не знаю, если черному черная кошка дорогу перейдет, наверное, к счастью. Ну, в общем, дорогие друзья, миссию я сейчас, наверное, не буду проходить, потому что это уже будет долго. В общем, такое вот небольшое вступление было, дорогие друзья. Как вы хотите, чтобы я сюжет на GTA проходил, чтобы я просто бегал, угорал, как это было в буднях нигера? В общем, об этом в комментариях пишите, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и вообще ставьте лайки мне, мне это приятно, это поднимает мои видосы в топе, и вообще все отлично. А вот то, что нигер трется ебалом об кактус, это не очень хорошо, он так не очень, конечно, вышел лицом. В общем, на этом с вами прощаюсь, до скорых встреч, всем удачи, всем пока, с вами был я, Антон Чейз, до встречи.